нашла, где вензу упакуется. Вот, распять. А? Распять. Да, вензу упакуется. За здоровье тоже. Сюда же ставишь? Конечно. Главное, с какими мыслями ты это ставишь. Ну, да, за здоровье детей и всей своей родни. Мне кажется, из-за здоровья тоже можно. Нет, нет, нет. М? Это не важно, просто же Богу ставится. А уже как ты думаешь о чем? Уже так оно. Поснимай. А? Поснимай. Тебя? Меня тоже. Сейчас я. Кому следующий? Давай. За исполнение желаний. Кому стоит? Чудотворец? Я Николай Чудотворец поставил. Там. Это мой святой. Да, я поставил. А где он? Сейчас покажу. Такой белый бородой? Да, да, да. За победу свечку поставлю. За победу России.
А что у нас Пантелеймон делает? Слава тебе, Боже, слава тебе.
Спасибо. Перед причащением как-то такой. Там, тем более, там я не знаю, что за икона. Там не Иисус, там другой. Я думаю, я воздержусь. Нет, я не знаю, зачем. Еще вот здесь сниму, какие висят картины. Вот мне... Это Спиридон. Спиридон, а не мальчик. То он... Ну, хотя вот у него шапка другая. Молится за финансовые дела. Куда ему свечку поставить? Можешь пожертвование сделать. Mm-hmm.
Это мы в Казанском соборе, да? Просто. Забыл я сказать всем нашим радиослушателям, да, где мы находимся. Вот 1 января 2024 года Казанский собор. Максим и Людмила пришли сюда. Ну что, можем идти дальше, да? Да, пойдем. Всем, со всеми мы прощаемся. До свидания.